старых покрывал, рубашек и футболок есть вторая жизнь. В этом уверены лыткаринские рукодельницы. В фойе Дворца культуры мира открылась выставка работ мастериц уникального декоративно-прикладного искусства «Лоскутные мозаики». Этот стиль творчества хорошо знаком лыткаринскому зрителю, но на этот раз организаторы выставки собрали на одной площадке лучшие городские работы. Наталья Каменская, руководитель изо-студии имени Кутюжанского, уверена, что лоскутный жанр – это настоящее искусство. В целом выставка удивительна, конечно. Столько труда и усидчивости у этих авторов, женщин. Это вот не кистью написать, а подобрать лоскутки очень сложно, чтобы работа смотрелась, вот я уже сегодня сказала, цельно, как вот единая работа, чтобы ни один кусочек не врывался из общей массы, из общей экспозиции. Это очень большой труд. Поэтому выставка уникальна. Этот вид рукоделия основан на принципе мозаики. Из небольших кусочков ткани сшивается целое полотно. Искусство зародилось в начале 18 века в Англии из-за начавшегося в то время кризиса. На Туманном Альбионе запретили ввоз и продажу индийских тканей. Жители Великобритании не отчаялись и решили создать что-то новое. Так и появилось лоскутное мастерство. В постоянном поиске своего собственного способа и метода шитья пребывает одна из участниц выставки Татьяна Лобанова. Я собралась идти на пенсию и жутко расстраивалась, что нечем будет заняться, я помру с тоски. Вот. И однажды мне в руки попался журнал «Пэтчворк». Я понятия не имела, что такие журналы бывают. Я его пролистала и поняла, что это, в общем, мое. И тут меня прям пронзило, что попробовать сделать ниткой, и иголкой и машинкой то, что делают кистью живописцы настоящие. О каждой работе мастерица может рассказать увлекательную историю. Вот это полотно было представлено на выставке во Франции. Здесь уникальный точечный пошив, на который ушло порядка 3 лет работы. А вот здесь особая техника. Шелк окрашивается гуашью, а далее запаривается. В этот момент картина как будто оживает. Особое внимание гостей привлекло полотно по мотивам Рамишвили «Дождь». У меня 3 работы, по-моему, это мои Рамишвили, все дамы. И я уже говорила, что это двухслойная аппликация. Шелк, и вот это старые занавески. Раньше были хлопчатобумажные, сейчас таких уже не делают, с разными узорами и прочее. Они хорошо прокрашиваются, выглядят замечательно. Видите? Первую выставку Татьяна Лобанова представила на суд зрителей 10 лет назад. Сегодня в ее коллекции свыше 200 работ, и каждое полотно по-своему дорого и уникально. Лоскутная вышивка – титанический труд, но лыткаринские рукодельницы не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Они уверены, впереди их ждут новые картины и техники шитья. На выставке «Рукотворные чудеса» представлены работы 3 мастериц – Галины Александровны Шендрик, Татьяны Борисовны Лобановой и Мануэлы Давидовны Горбуновой. Выставка продлится до 19 марта. Каждый желающий может посетить ее ежедневно с 16 до 20:00. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Лыткарина.